Анна Малкова, координатор движения «Кардиогвардия» и по совместительству студентка медицинской академии. Тот случай, когда добровольческая деятельность на все 100% совпадает с будущей работой. Аня и ее друзья по вузу – медицинские волонтеры. Прежде чем начать лечить ивановцев, они популярно рассказывают, как не заболеть. Медицинское волонтерство – это отдельная сфера добровольчества, которая имеет несколько направлений. Самое большое направление – это профилактическая работа. То есть мы просвещаем население о самых распространенных факторах риска заболеваний, разных сосудистых катастрофах и то, как это избежать, то есть что нужно делать, чтобы не случилось то или иное заболевание. Вместе с кардиогвардией Анна часто устраивает масштабные акции. Одна из наиболее заметных – День сердца в одном из торговых центров города. Волонтеры раздают листовки, в которых подробно описаны заболевания сердечно-сосудистой системы и рекомендации, как их избежать. Кроме того, любой желающий может проверить артериальное давление и проконсультироваться со специалистом. С Аней я познакомилась не так давно, года 2-3 назад. Сначала она еще не была координатором нашего отряда, но уже тогда она просто проявляла себя очень ответственным человеком. Видела, что всегда она делала все с душой, от сердца и с большим желанием. Она не только верила, она была уверена в том, что мы занимаемся нужным, важным и очень полезным делом. И меня она очень вдохновляет личным примером. В кардиогвардии целых 146 добровольцев. Цифра для волонтерского движения довольно солидная. Задача Анны – организовать ребят, решить, кто отвечает за раздачу листовок, кто пишет сценарий для ведущих, а кто будет составлять фотоотчет. Впрочем, если нужно, девушка и сама готова взять в руки листовки и помочь друзьям. Анна вполне справляется с этой ситуацией, ей можно доверить любую работу, я совершенно спокойна. Если она взялась за организацию, значит, организовано будет все по высшему разряду. Она может уже организовать массовую акцию, получить разрешение, ну, естественно, с помощью кардиодиспансера, но, тем не менее, разрешение на проведение этой массовой акции. Кардиогвардейцы ведут просветительскую работу в школах, рассказывают молодежи, что здоровье – главная ценность в жизни, и следить за ним нужно крайне внимательно. В числе направлений работы отряда – пропаганда здорового образа жизни, в частности, отказа от табакокурения. Занимаясь волонтерством, студент делает пользу не только людям, но он также приносит пользу себе, потому что многие наши акции и мероприятия заставляют студентов знать больше, то есть шире. Плюс это работа с профильными больными, то есть это напрямую коммуникация с теми людьми, с которыми предстоит работать в будущем. Сейчас девушка уже не представляет свою жизнь без волонтерства и любимой кардиогвардии. Оказывается, так просто помогать людям оставаться здоровыми, будучи всего лишь студентом. Волонтерство для меня – это стиль жизни. Я безумно рада видеть счастливые глаза людей, которым я смогла помочь. Это заряжает меня, мотивирует на дальнейшую деятельность. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ Иваново.